Всем привет, это программа «Любимые клипы», меня зовут Беата, и у нас сегодня в гостях Дельфин. Это, кстати, когда-нибудь, Андрей, привет. Представляешься как Дельфин? В последнее время очень редко. Привет, я Дельфин. Но я знаю, что есть некоторые люди, они наверняка говорят там «Я Оскар», или там «Придумайте какой-нибудь», «Я там великий». Не, в основном я говорю это, когда меня просят записать джингл для радио. Тогда я говорю: «Привет, я Дельфин, и вы слушаете радио такое-то, такое-то». Ну, то есть все уже, ушла куда-то романтика. Хочется человеческим именем называться. Просто если кто-то сзади говорит: «Эй, Дельфин», то я точно знаю, что это чужой человек. Потому что все близкие называют меня по имени. Окей, смотри, а если... Вот иногда кажется, что артист пропадает. Вот перестают клипы крутиться, и думаешь, куда же ты пропал? А потом в разговоре выясняется, что как раз сейчас-то и ведется самая напряженная работа там над чем-то. У тебя сейчас есть такая история? Да, сейчас мы заняты тем, что делаем музыку для других людей, не для тех, которые делали раньше. А это и есть самая напряженная работа? Да, и эти люди более требовательны к тому, что мы делаем. И... А можешь сказать, для кого? Для более узкого, он может быть, просто круга людей. Но сейчас этот процесс подходит к концу, и мы думаем, что на данном этапе мы их удовлетворим тем, что мы сделали. И где-то, наверное, в начале лета мы приступим к записи очередной пластинки популярной музыки. А ты можешь сказать, вот такие мы, потому что разное время ты ассоциируешься с разными людьми. Дубовый Гай, Спирали, мы, Дельфин. Вот кто? Мы — это в основном я и Виктор Мутант, с которым мы делаем все наши пластинки. И к нам не так давно присоединились еще некоторые люди, совершенно новые, от которых мы хотим получить новую энергию, чтобы делать... то, что не будет похоже на то, что мы делали раньше. Так, это всегда это правильный такой ход. А ты можешь сказать, что тебя иногда раздражает, когда тебя ассоциируют там, вот, с какими-то твоими прошлыми проектами? Потому что, например, какие-нибудь там девочки из Spice Girls говорят, что у них волосы дыбом встают просто, что при них нельзя упоминать уже Spice Girls. Вот при тебе можно говорить: «А мальчишник, а вот был мальчишник». Как ты к этому относишься? Ну, я думаю, что... Что касается девушек из Spice Girls, им есть от чего встать волосам дыбом. Позор, думаешь? Ну, если волосы встают дыбом, наверное. Я к своему прошлому отношусь очень, я бы даже сказал, тепло, потому что это были очень такие интересные и веселые времена, и мы делали то, что мы хотели, и так еще получалось, что нам за это платили деньги. В общем, все было очень весело, и я бы любому пожелал такую юность. Ну вот объясни мне, как так происходило, что из тебя тогда фонтанировала вот эта энергия, причем в одном ключе, потом начался «Дубовый Гай», потом начался «Дельфин», и как бы все время, ты же все время писал стихи, причем абсолютно в разном ключе. Вот как так происходит, что тебя подпитывало в каждый момент? Не знаю, я делал это как-то параллельно, то есть когда существовал проект «Мальчишник», запись, скажем, проекта «Дубовый Гай» происходила параллельно. То есть эти два коллектива существовали параллельно, и, то есть я писал и такие стихи, и такие. А хочешь, мы его посмотрим сейчас? Кого? «Мальчишник». Ну, можно прикалываться. Давай. Какую? Не знаю, а что у вас есть? Ну, мне кажется, чем мы не поставимся, но поржем. Да. Давайте поржем. «Мальчишник» на MTV. Давно такого не было, да?
Мы познакомились с чиксой, она была хороша. При взгляде на нее поднималась душа. Она была лучше всех. Она была просто блеск. Меня возбуждала ее бюстгальтер отрез. Ее, который я срывал, оголяя ей грудь. Она была великолепна, но не в этом суть. Ее имел, как оказалось, не только я. Ее имели все, все мои друзья. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. Вечерины, как всегда, хорошо. Я помню, выпили что-то. И что-то съели еще. Мы зависали втроем, позабыв про все дела. Тут открывается дверь, и на пороге она. Немного выпить, немного покурить. Ну и потом уже в спальню я повел ее любить. Ее голое тело было очень хорошо. И много удовольствия мне доставило оно. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва, секс. Вернулся к друзьям, налил стакан вина и рассказал, как хорошо все это делает она, на что мне Дэн сказал. Я тоже был бы не прочь. Послушай-ка, Дельфин, ты должен мне помочь. Я сказал, конечно, о чем речь, вперед. Она, наверное, тебя давным-давно уже ждет. И это было верно. То, что я сказал. За это время она не покидала диван. Дэн залез на нее. Не обломался и залез. А мутобор кричал. Давай-давай, молодец. Чикса любила Дэна еще больше, чем меня. Она говорила с ним такое. Это просто труба. Я видел ее ноги у него на плечах. Но было очень темно, все было в красных лучах. Он гладил рукой ее упругую грудь. И я видел по глазам, что он хочет ей вдуть. А мутобор сидел и судорожно ждал. Он давно уже одежды все с себя сорвал. Из спальни вышел Дэн. Туда зашел мутобор. Он устроил чиксе сексуальный террор. Он имел ее повсюду. Он имел ее везде. На диване и на стуле и в раскрытом окне. Он имел ее сидя. Он имел ее лежа. И на голове я имел ее тоже. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это мило. Секс, 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 как это мило. Секс, секс, без перерыва. Как это мило, секс! Он вышел через час, выжил как лимон. Но вскоре мы услышали подруги наши стон. Она хотела еще, нет, только не мы. Мы и так едали много, даже больше, чем могли. Она хотела еще. Я сказал, постой, а ну-ка, девочка моя, отправляйся домой. Ну, может быть, завтра, часиков пять. Ты будешь нам нужна, плани секса опять. Секс, секс! Как это мило. Секс, секс! Без перерыва. Секс, секс! Как это мило. Секс! Так, а когда ты включаешь телевизор, кого ты не переключаешь? В основном это чаще касается каких-то очень нереальных исполнителей, там а-ля Борис Моисеев, там каких-то таких, потому что мне очень нравится состояние такого нервного какого-то напряжения, которое они во мне называют. И бывает иногда так, когда совсем ужасно, я так переключу на чуть-чуть, так вздохну, потом опять, прям это невозможно как-то. То есть это настоящие артисты, которые вызывают эмоции? Да. А хочешь? Нет. А почему? Не надо, ну зачем? Ну давай сейчас вот действительно то, что ты хочешь. Вот хочешь посмотреть какой-нибудь твой клип, но то, что сейчас способно вызвать у тебя позитивные эмоции. Позитивные? Позитивные эмоции, не помню, как называл, я точно видел это видео на канале, на этом. На MTV. Да, точно. И не помню, что за коллектив, я знаю, что это какой-то наш коллектив, и там все видео построено на документальных съемках большой морской черепахи, и там что-то с ней делают ученые. Очень отличное видео. Вот если есть возможность его посмотреть, сейчас было бы здорово. Мы поняли, о чем идет речь. Такая загадка века. Черепаха на MTV.
Это программа «Любимый клип». У нас в гостях Дельфин, если вы его сейчас узнали, в клипе «Мальчишника». Дельфин, как вот так происходит, что сначала было все весело, а потом стало все грустно? Я имею в виду тексты твои. Я думаю, что веселую музыку делать намного сложнее, и по-настоящему веселую музыку. Чем депрессовать? Да. Я думаю, что музыку какого-то минорного настроя делать очень просто и легко, и я сейчас просто иду по пути меньшего сопротивления. Это что, силы? Это называется силы иссякали? Нет, не силы иссякали. Мне просто сейчас так удобнее, я как-то комфортно себя чувствую в том, что делаю. А вот этот период ты как-то прогнозируешь, насколько это может затянуться? Я думаю, что это будет происходить всегда, мне хочется в это верить, но с одной лишь оговоркой, что вполне возможно, что в будущем я мои приоритеты поменяются, я займусь какими-то другими вещами, но буду, скорее всего, заниматься музыкой, может быть, но об этом просто будут знать гораздо меньше людей, чем знают сейчас. Да, уже сейчас меньше знают. Вот скажи, пожалуйста, мрачные клипы, вот как ты рассчитываешь, они должны влиять в результате на слушателя? Когда ты снимаешь мрачные клипы на мрачные песни, что должно происходить с детьми? Не знаю, мне кажется, что они должны в страхе залезать под диван и трястись там и ждать маму. А прикинь, если так и происходит. Если им и так, вот и так плохо, а ты еще сверху поешь. Нет, мне просто интересно, какую реакцию ты ждешь? Ты же сам как-то можешь это прогнозировать? Если честно, то я задумался об этом только вот сейчас. Мы просто делаем видеоряд таким, каким бы хотелось его делать. Все равно не получается до конца то, что ты хочешь, но плюс-минус где-то так и должно быть. Ну, назови какой-нибудь самый такой мрачный клип, который тебя поразил, когда тебе было лет 14-15. Ты подумал, вот это люди там пишут музыку, ничего себе. У меня очень короткая память, я, к сожалению, не могу вспомнить ничего. Знаешь, что-нибудь из последних, но он такой, чтобы мрачняк был настоящий. Я бы так сказал, что вообще в последнее время меня мало что удивляет, и я мало на чем задерживаю свое внимание. Я не знаю, с чем это связано. Ну, а Fix Twin тебя в свое время не смутил? Я помню, все так дергались. В свое время, да, наверное. Ну, не то чтобы я задергался, а мне, слушая его пластинки до этого и не смотря видео, я был, в общем-то, готов к такому исходу дела. Хочешь, давай сейчас посмотрим, и ты заодно вспомнишь, как ты тогда реагировал. Вот что с тобой происходило, когда ты слышал эту музыку? Ну, можно попробовать. Давай. А Fix Twin. Thank you.
Что у тебя связано с Аффикс Твином? С Аффикс Твином, когда я послушал пластинку, я понял, что, в общем, электронная музыка достигла таких возможностей. Что стоит присоединиться? Не то чтобы стоит присоединиться, а то есть происходит полное. Музыку можно полностью уничтожить, разбить на какие-то мелкие сегменты. Все это очень как-то сдобрить какими-то агрессивными звуками. И главное, недолго все это уже да, происходит. Да, главное, все это недолго. И таких людей очень много. И радует то, что каждый может, в общем-то, выразиться в этом. И было бы только желание. То есть прямо с Аффикс Твина все и началось, что ли? Нет, не с него началось, но он показал, что насколько все это реально и просто сделать, если ты владеешь там, скажем, компьютером или еще чем-то. Ну а вот как ты оцениваешь, сейчас, кроме тебя, кто сейчас это делает хорошо у нас? Есть один коллектив, он называется Phobia Logic. Я думаю, что эти парни могли бы дать фору даже Аффикс Твин. А почему о них никто не знает? О них знают, но, к сожалению, не у нас, а за рубежом. Было уже несколько релизов в Германии, и вот последний релиз в Лондоне. Слушай, а как так происходит? То есть у нас это не модно, что ли? Нас эта музыка не... Люди, которые занимаются издательством музыки, эта музыка им не интересна. И в основном все электронное, то, что имеет какой-то смысл издавать, все издается на Западе. А ты не пробовал там как-то продюсировать, пробивать, носить, показывать? Объяснять. Для того, чтобы для того, чтобы это даже смогли прокрутить по радио, для этого надо ничего не оставить от того, что они сделали. Ну ты представляешь, каким авторитетом вот лично ты обладаешь? Если выходит Дельфин и говорит: я понял,
хорошая группа – это вот это. Я думаю, что мои слова ничего не значат. Если бы я пришел к ним с чемоданом денег, тогда может быть. Давай посмотрим, что из того, что у нас есть. Давайте посмотрим. А что у вас есть? Вот Диамант Галас предлагает тебе, Койл, или наши какие-нибудь. Да, вот лучше наших. Вот отличное было видео у группы «Дети Пикассо». Там, где девушка в лодке плывет. А что там еще происходит? Практически ничего. Она просто плывет в лодке. Да, это очень здорово и красиво. Вот это вот та самая идея, которую ищут, чтобы дешево, наверное, да? И сердито. Да. А плывет себе девушка в лодке. Давайте смотрим. Thank you.
программа «Любимые клипы». Меня зовут Беата, в гостях у нас Дельфин. Андрей, а правда, что ты сейчас пишешь музыку, когда ты говоришь другим людям? Имеешь в виду, в частности, и Николая Баскова, и же с ними? Всем? Нет, Николая Баскова я, к счастью, не имею в виду. Да? Не пишешь? Да, я говорю просто о каком-то совсем маленьком круге своих друзей, которым было бы интересно то, что я делаю, в несколько другой форме. Что касается Николая Баскова и подобным персонажам, то я готов с ними посотрудничать на определенных финансовых условиях. Естественно. А откуда берутся такие слухи? Скажи, откуда? Это не слухи, это реальные факты из моей биографии. А, то есть ты писал музыку Николая Баскова? Нет, я не писал ему музыку, я писал слова там для какой-то песни. Вот как? Вот эту песню я сейчас больше всего хотела бы услышать. И как считаешь, органично он твои слова произносит? Я с трудом могу воспринимать то, что он поет, поэтому не могу сказать. Ну ты слышал хотя бы когда-нибудь? Да, один раз послушал. Как? Сердце забилось? Скорее сжались челюсти. А еще какие истории сотрудничества? Будет клево, если они такие же смешные. Что-то я еще делал такое, там, кто-то меня что-то просил написать, но сейчас не могу вспомнить. Ну, то есть такая история, что вспоминать не хочется. Вот я тебе могу предложить для обсуждения, например, Алла Пугачева и Галкин. Вот такие вот вещи. Ну, если честно, я не хотел бы это обсуждать. Это как-то давай, уже знаешь очень что, так... давай, раз уж мы к этому подошли, твой нелюбимый клип. Нелюбимый? Ну, чтобы тошнило, чтобы не как Борис Моисеев, а чтобы сразу, все, до свидания. Только не это. Вот кто ставил группу «Динамит»-то у нас? Найк. Найк Борзу, да. Ставил группу «Динамит». Это нелюбимое его видео. В лицах описывал каждого. У тебя наверняка тоже есть какие-то персонажи, которых тебя мутит просто. Да, отличные. Есть тоже группа такая мальчиковая, называется «Дважды два», у них такое видео есть там с этой, там статуя какая-то такая, что-то он ее гладит там, как-то вот так вот, все очень мрачно там. И он там так еще поет. Никто из здесь присутствующих этот клип не снимал? Нет. Тогда мы ставим. У нас очень много режиссеров на канале. Тогда мы смотрим этот клип, чудовищный, говоришь, может, да? Может, мы подсократим? Ну, обрежем давай. Mm-hmm. Ну, статую посмотрим, ну, поржем статую, и обрежем. Да, это «Выбор дельфина», самый ненавистный клип в программе «Любимые клипы». В душе твои попытки солгать я научился понимать. Уже ни день и ни месяц, как заболел одной тобою. Может, это что-то называется любовью. С тобой теплота, без тебя пустота. Я не знаю, тайну глаз твоих не понимаю. Но я люблю тебя такой, какой вижу всегда. Я не смогу тебе сказать об этом никогда. Но ты не думай, прошу, что я хочу быть другой. По глазам пойми, как я хочу. Лишь тебя я увидел, друг, по
могу и сам. Понял я, что хочу быть с тобой, лишь с тобой вдвоем. Без тебя мне не нужен день, не нужна мне и эта ночь. Только ты можешь мне помочь, ты одна можешь мне помочь. Не ходишь ты туда, где все идет привычно. Тебя интересует только то, что необычно. Твои глаза и руки так нежны, как первый день. А, из своего. Давай, давай посмотрим что-нибудь из твоего. То, что ты выберешь. Не хочешь? Не будем. Ограничимся мальчишником. Почему? Нет, это было бы неправильно по драматургии. А, ну... Ну, давай. Если хочешь, не очень мрачно. Если хочешь, там, с кем-нибудь в дуэте. В смысле, в дуэте? Ну, в смысле, со спиралями или... А, нет, давай этот пляж. В связи с этим клипом хочется узнать, вот твое непосредственное участие, оно в чем состояло? С этим видео была очень такая, вернее, не очень приятная история получилась. Мы работали сначала с одним режиссером и хотели получить совершенно другой результат, который отличный от того, что вот было показано. Но после того, как мы посмотрели то, что нам сделал этот человек, мы поняли, что это нельзя показывать нигде. И тогда мы, как волшебные палочки, прибегли к помощи Павла Руминова, с которым мы снимали вот предыдущее видео, как раз с ребенком. И путем мощных изысков и там, какого-то монтажа, он знает, как это очень, как это делать. Мы привели видео в такое состояние, в котором оно сейчас и находится. И, если честно, то, может быть, это даже к лучшему, что так получилось, потому что то, как оно выглядит сейчас, мне наиболее близко. То есть ты не влияешь на режиссеров на площадке на съемочной? Если мы говорим, скажем, о Павле Руминове, то я точно знаю, что от него ожидать, и... Одно, то есть, когда мы с ним познакомились, когда он нам сделал первое видео, я подумал о том, что если бы я занимался видео, то я делал бы примерно то же самое. А я, кстати, не удивлюсь, если ты займешься еще и видео. Ну, я так уже занимаюсь им потихоньку. Да? То есть, для себя или для других? Пока для себя. Ну хорошо, то есть следующий клип ты снимешься сам. Это какие-то амбиции просто режиссерские или... Нет, это просто... У меня есть возможность это сделать, и мне давно чешутся руки, и не факт, что то, что я сделаю, увидят многие, но хотя бы попробовать это сделать, я думаю, что надо. И тогда я пойму, стоит ли дальше этим заниматься. Может быть, я несостоятелен буду как режиссер видеоклипов. Ну тогда зато будет настоящий такой клип, подходящий под рубрику «Любимые клипы Дельфина». Пока ты его не снял, мы сегодня посмотрели кучу других. И спасибо тебе большое за то, что ты пришел и все это рассказал. Не уверена, что программа получилась настолько мрачной, насколько я ожидала, потому что ты меня напугал вначале. Нет, я не собирался этого делать. Спасибо тебе большое, все супер. Это была программа «Любимые клипы». Мы прощаемся с Дельфином. Меня зовут Беата. Я всех целую. Пока.
сердце тает, а берег жжется, живая ткань, водица льется, кровь невидимка из раны хлещет, скользя по каменным зигзагам трещин, а море сердце вот тут же бьется, еще чуть-чуть, и волна коснется, еще немного, и море смоет, кусочки слизи с собой укроет, тупое солнце, упертый взглядом, скользя по телу морского гада, крупинки боли, песок горячий, медуза дышит, медуза плачет, медуза видит морскую пену, но невозможно сбежать из плена, по капелькам малым силу теряет, все меньше и меньше она исчезает. Все видел, ведь я был рядом и любовался чудесным адом, смотрел и море руками трогал, и был гораздо сильнее Бога. Медуза таяла льдом в ладонях, и мне казалось, что она стонет. Я бы, наверное, не стал ее плавить, но ей не надо меня было жарить. Бесконечно боль.